Так, хочу вот эту еще семейку посмотреть. Это отдел отвода, в домике записывают на этом. 5 года назад. Посмотрю, есть ли открытый расплод там. Я на тренировке. Интересно. Доделал отводок на открытый расплод. Щелки вот сидят. Маточники маленькие потянули свищевые вот, на открытый расплод. Вот вытянули личинка есть там. Вон маточник. Тоже личинка есть. Так что надеюсь, матку себе выведу. Смотрю. Так, вот еще потянули его. Свищевой маточник. Свищевой маточник. Личинка тоже есть. Что расплод выйдет весь. Корма тут есть. Вот еще свищевой маточник, вот, с этой стороны потянули. Тоже личинка есть. Такая на трех. Ну, как раз я делал 5-го. 5-го числа делал. Еще больше к ним пока лазить не буду, наверное. Числа 13-го. Там выходной будет, воскресенье. Лазим, посмотрю, что там. Детка выйдет все. Посмотрим, как